Мы не видим ни одного конкретного факта. Ни про хакеров, ни про какие-то закулисные дела по вмешательству в выборы чуть ли не всех стран западного мира. Ни по вопросу, который связан с обвинениями в нарушении прав представителей ЛГБТ в Чечне или на другой части Российской Федерации. Ни одного конкретного факта, ни одной фамилии. Если будут факты и будут фамилии, и наши ответы тогда будут конкретные. Но, повторю еще раз, никакого отношения к подавляющему большинству обвинений мы вообще не имеем.